Итак, всем здорово. С вами Лёха, я. Ну вот, ты чё передо мной закрыл? Ты посмотрел на меня? Ты что? Вот, короче, и мы собираемся ставить рекорд по убийству. То есть мы уже затарились всеми вещами. Пошли за мной. Смотри, значит, берем камеры в руки, да? Да. И идем, смотри. Сначала ставим тут его любимое местечко. Я тогда капкан кину. Смотри, когда он у тебя побежит, да, и начнет бить. Еще с одним капканом можно. Надо было. Ладно, фиг с ним. Это же следующий раз. Так. Вот он тут просто очень любит бегать, да? Ну вообще. Ты смотри, Леха, иди в лагерь пока, а я тут поставлю еще одну камеру его любимую. Я в лагере тогда еще одну поставлю. Ой, он здесь. Он за мной бежит. Ладно, фиг с ним. Ты камеру поставил, да? Да, я. Да блин, он отвалит тут от меня. Он издевается. Ай, да, да нет, да хватит. Изнасилование, Лёха. Что я тебе сделал? Он меня сейчас убьет. Да что я тебе сделал, сказал Лёха. Погоди, как идти это? Нет. Я чуть запутал. А, во, вот так надо. Так. Вечно я путаюсь. Я посмотрел камеру. Да ё-моё, как идти? А, во. Здесь вроде вот так идти. Вот, да? Ставь камеру. Я уже поставил две камеры, этого нам хватит. Да? Ага, понятно. Вполне. И... А, у тебя остались капканы еще? Да. Давай тогда вот тут ставь под этой камерой. О, стоп, он камеру снял, что ли? А, ты... Не, это я поставил. Не, смотри, сюда он редко приходит. Давай лучше в другом месте. Не, тихо, три капкана хватит. Ага. Отлично, давай. Он еще любит бежать к лагерю, тогда помнишь? Вот здесь. Опа, попал. Вот. Любит бежать к лагерю, вот. Ага. Вот, я же говорил, любит бежать к лагерю. Попал, и второй отлично. Раз попался. Давай, надо по нему стрельнуть. Ага. Подожди, стой, еще кину. А, стоп. А, в руках, когда держишь капкан. Да, вот. Ну все, фиг с ним. Так. Все, тогда стоим тут. Если что, я буду направлять его вот так, типа, так, если он так... Поднимаемся быстро, короче, на фургон. Давай, сюда поднимайся. Ага. Так. Поднимаемся. У тебя винтовка, целься вон туда. У меня нет винтовки. У тебя нет винтовки? Можешь мне пока быстро сбегать за винтовкой? Не надо. Не надо? Ладно. Ладно, сбегай. Давай. Я пока что там сгоняю камеры, в камере постою. Здесь аккуратно, здесь капканы. Да, я вижу. Так. О! Опа! Куда он попал? Ну, а, на болоте, да, на болоте так. Я пока что... А, вот сюда бежит. Вот, бежит. Давай, становись рядом с капканом. Опа! Попался. Ой, слушай, две минуты уже прошло где-то. Мы реально идем. Не, больше. Так. Где он? Где это? Где это существо? Чепушило. Давай, гони за этой фигней. Пошли за вдвоем винтовкой. Тогда, если что, я. Пошли, давай. Пускай пока ломает камеры тут, всякую фигню делает. А мы пойдем за винтовочкой. Так. О, ты и здесь накидал. Да, это его любимое место, ты что? Он, когда у него. Смотри, у него когда меньше половины урона, он где-то на другом конце карты, как крыса, ломает камеры. Мне писал один подписчик, спасибо ему огромное за такую информацию. Вообще, пацаны, вообще, ребята. Ой, что за звуки? Не знаю. Камушки сыпь. Да нет, дерево ломается. Ну... Но. Или это Лёха Шептунов пускает, это еще неизвестно. История об этом умалчивает. Ну да. Я вроде нашел его или нет? Кого? О, опа, попался. Да уж, что бьётся. Ну да, Монарх не успеет бежать, да это фигня, он бьётся. О, тихо, здесь скрипт будет. Не-не-не, ты обходи главное место это. Кто окей, берет винтовку? Окей, пошли. Сбегаем отсюда. Все, Леха, убегаем. Просто убегаем. Не ходят звуки. Как ты среди ночи. Проснулся такой. Лежишь в кровати. Да, забываешь, сидишь. Так. Пока мы даже добежать не сможем. Ага, окей. Так, ты беги за мной, ночное животное. И...
Боже, долго в Рейк не играл. Так долго. Это потому что... Не знаю. Ну, Рейка не сделали еще. Вообще, блин, походу... Этот разработчик собрал сколько здесь? Миллион долларов. И свалил. Напиарился, да, всяких ютуберов. Опа! А, во, все, мы пришли. И свалил это самое на стражить. Вот, все, мы прибежали. Давай залезай на крышу. Мне бы так жить, как он живет. Опа, вот, айти не попал. Ты видел? Тихо, целься туда. Сейчас сделаем магическую одну фигню. Ну ты понял. Лунная походка. А, давай. Че? Да не, у тебя сейчас была лунная походка, ты вот так стоял и шел назад. Давай, слышь, иди назад и нажми. А я себя не вижу. Вот, блин. Ладно. Лунная... Чего? К чему? А, давай, точно. Так, что у нас здесь есть вообще интересно? Не, тебе надо именно зайти, слушай, спрыгни опять и зайди. Куда зайти? Ну, в трейлер. Опять спрыгни. Тогда... Так. Зашел? Да? Странно. Чё-то ты, Лёшка, какой-то не волшебный. Опа, он бежит, бежит. Волшебный, волшебный. Так. Да. Ну-ка, что у нас там по камерам? О, снова. Опа! Я видел его. Я по нему попал. Его спину. Спинку. Он пошел спинку. Спинку почесать об дерево. Да. Слушай, я побегу туда, слушай, побегу туда. Давай, давай, я тебя прикрываю. А, знаю, как ты прикрываешь. Да я прикрываю тебя реально. Прикрываю тебя реально. Ты. Накрываю тебя плед, ой, пледиком. И чё ты там стоишь? Я тебя вижу. Ты такой, ты... Я тебя вижу. А я тебя, блин, нет. Ну, блин. Хотя ты такой же синий, ты сливаешься с местностью. А, нет. Это, снайпер без головы. Если так смотреть, кажется, что день. Если выключить фонарик, ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь, день, день. О, а, блин, мне показалось, это сзади Рейк. А что там было? Это ты фонарик включил. Ты хотя бы целись с винтовки прикроешь. Ну, я и целюсь. У тебя в руках ничего нет уже. Ты чё? У тебя в руках ничего нету. Как нету? Я целюсь в тебя из винтовки. Чтоб только на капканы не напороться. Да ты обманщик. Да какой обманщик? Вот, видишь, я даже стрелять могу. Да ты в руках ничего не держишь. А, вот, встал. Опа, попался. А, попался. Это он где-то в другом месте. Я иду за ним. У Керша, давай. Я вижу, как ты бежишь. Ты сейчас сдох. Он залагал. О, он упал. Все, побили. Это было скучно. Да, это было так скучно, что я уж состарился. Ну вот, что можешь сказать насчет этого Лёха? Чего? Я тоже ничего не могу сказать. Вот такие вот дела. То есть это Рейк уже не торт. Ай, блин. Да. Лёха один раз так сказал, и у него, короче, ему к нему Рейк вылез, да? Ну вот, а такой, я такой, Рейк уже не торт. Да. Вот, тыры-пыры. Такие вот делишки. Ну, Лёша ничего не может сказать, я ничего не могу сказать. Все, так и живем, ладно, бандиты, до скорого. Это скоро.